Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Рим 2 Total War. Прохождение за Рим Юлиев на легендарном уровне сложности, да еще и против всех и никому никакого мира. Вот, посмотрите, известные фракции, и всем война. А, на чем я остановился в прошлый раз? Я в прошлый раз здесь чуть было флот свой не потерял. Ну, у меня еще есть все шансы его потерять, конечно, он у меня такой раздолбанный. Затопил грузовиков. А вот этих вот конфедераций бриттов, которые, ну, где-то они здесь потонули. Вот такой же вот. Я вот сейчас думаю, может мне еще и этих потопить. А потом уже текать, как говорится. Потому что, ну, это падла же высадится однозначно. А чё? Я думаю, неплохая будет идея. И вот этих еще потом убить. Они в засаду попадут от легиона вот этого, Испана. Сразу, ну, то есть мой флот могут раздолбать, базара нет. А, кстати, кто? Квинкций Регил. Это чей полководец? Давай посмотрим. А, Регил, это наш. Надо его заменить на какого-нибудь дебила, которого не жалко. Вот. Потому что очень большие шансы, что он сдохнет. Но это попозже, после того, как я раздолбаю вот этот вот флот. Ну, получу опыт для Регила, а потом его заменю на какого-нибудь левого полководца. И там уже буду текать, пытаться. Если меня догонят и убьют, то, ну, не повезло. Вот этого надо, конечно же, убивать, пока он до Лимонума не дошел. Здесь у меня два грабителя гребаных секванских. Я, знаете, что заметил? Такой косяк вообще дичайший. У меня Антоний Марк, у него охренеть какая прокачка. У него нет ночной атаки. Ну не, ну вы прикиньте, как раз когда она мне очень нужна. А ему уже 76 лет, он уже вряд ли научится. Ему уже жить осталось один раз поссать здоровье это. Есть еще Помпей Магн. Вот он что у нас умеет. И он у нас тоже не умеет ночную атаку. Я, короче, немножко завтыкал, видимо, потому что я их прокачивал уже как флотоводцев каких-то, а не как нормальных полководцев. То есть я что-то... Это неправильная прокачка. Ночная атака после ужаса однозначно нужна, а то и раньше. Вот. Особенно сейчас, когда у меня война против всех уже такая активная, наступательная, я бы сказал, с моей стороны. Ну и здесь Октоберфест продолжается. Давайте будем потихоньку продолжать их травить, мочить, гасить. Кто мне больше всех нравится? Наверное, египтянин. Стоит такой красивый в чистоколе. Чего? Вот ты дура тупая. Скилл заёс, блин. Ладно, тогда вот этого особо резвого. Давай слоника подрежь. Так. Ну давай, давай. Есть. Ну, хоть что-то умеет делать. Это не крит ни разу. Ну, ладно. Плохо, конечно, но... Как бы, что я с этим сделаю? Вот сейчас давай ему тогда будем идеал качать. Чтобы критовал почаще. Ну и есть у меня тут еще какие-нибудь агенты. Так, не здесь я смотрю, здесь неудобно смотреть. А, вот у меня еще агент есть. Вот этот вот говнюк убегает от моего... Агенты от моей армии, которая в Макомадос пришла. Его можно понять, конечно. Когда увидел, что там идет к нему, у него сразу желание, видимо, пропало. Но он сейчас уже, блин, ни от кого не отобьется. Даже от гарнизона не отобьется. Поэтому я даже на него, наверное, внимания обращать не буду. Пойду себе дальше. За ним гонять бессмысленно. Абсолютно. Дай-ка я... Вот так вот прокачаю. 22 года тетка у меня прокачанная. Ага, вот такие дела. И что я буду делать с этим? Я, наверное, сейчас из Кирены выйду. Встану где-нибудь в засаду. Вот здесь, допустим. А вот здесь вот, где у меня прошлая битва была, я и встану. Опа, а я не могу встать в засаду. А почему? Слишком близко стою? Что случилось-то? Почему у меня не меняется? А, вот, глюк. Все нормально. Надо было просто кнопочку нажать. Все, хорошо. И здесь на быстром марше я текаю в Кирену. Уи. Оп.
Можно нанять слонов, например, если понадобится. Но не сейчас, однозначно нет. У меня и так маленький доход. Кстати говоря, я там захватил поселение, да, и Вольтеру вот эту вот. И посносил тут все к чертям. Мне тут надо, наверное, вот так немножечко подстроиться. Ага, ага. Вот, можно Неаполис взять, кстати говоря. Раз уж такая пошла петруха. Пока просто заберу. У меня с порядком и так проблемы. Сразу все это дело сношу и... А это перестраиваю сразу. А почему нет? Я что, не собираюсь, что ли, в Риме нанимать классных патрианцев? Собираюсь. Поэтому пускай так и будет. И я тут заметил, что у меня винище есть в Альтере. Ну-ка, общественный порядок, все провинции, да. Вот, вот это вот тоже пригодится. Однозначно. Хорошо. У меня 2900 осталось, кстати говоря. Где у меня порядок падает? В Кельтской Галлии. Ёперный театр. Ну тут, как говорится, нам нет, нам нет, нам нет. Нам тут... Это надо вот однозначно как-то так. И военную верфь здесь надо строить. Это вот точно. Но пока денег, видите, опять нету. А, но это не значит, что их и не будет. Хорошо, давайте я пока разомнусь. Чпонькну флот грузовой. Вот. Так, ну с этими ребятами покончено. Всем до свидания. Класс 5 атлантический, ранг 2. Ой, это же совсем молодой флот, ну да. Так и есть. Давай-ка ему сразу стратега и... Втекаем отсюда. Уи-и-и-и-у. Мне вот интересно, догонит меня вот этот бич? Бич моря или нет? А, да, он догоняет меня. Давай я от греха, как говорится, давай я его заменю. На какого-нибудь Юния, что ли. Авторитет. Пленники. Штраф за чужие культуры, сопротивление чужеземной оккупации. Давай вот этого возьмем. Вот. Потопят. Пускай. Легион 7-й Хиспана. Это будет бритов. Засада. И это... Да что тут у нас? Отряд избранных мечников, целая куча. Отряды избранных копейщиков, немеренное количество кавалерии. Бритский анагар, отряд избранных копейщиков и всякая хрень. У меня вообще нету кавалерии, обратите внимание. Ну, то есть совсем. Они будут, конечно, доминировать, кавалеристы, да? Но у меня есть немножко вигилов, все дела. То есть можно сейчас нажать авторасчет и как бы все. Но я отдаю дань людям, которым очень интересны битвы. И вообще, как бы засада это такая битва, как бы, ну, прикольная, что ли. Давайте сыграем это дело вручную. Сразу скажу, что я, естественно, больше потерь получу, чем авторасчет бы сделал. Но и они больше получат потерь. К тому же я хочу посмотреть, как колесницы будут кромсать легионеров. Короче, будет интересно, я думаю. Встретимся на поле боя. Итак, расположил я практически всех с одной стороны, чтобы контролить было полегче. Единственное, что я вот на опрачников натравлю своих копейщиков. По сути, я их пожертвую, как бы, ну, конница наверняка на них ломанется, но как бы мне плевать на них на самом деле. Мне главное, чтобы эти твари не стреляли и чтобы конница особо не буйствовала. Всех своих стрелков я спрятал сзади в кустиках, я попытаюсь обойти это все дело. Сразу я это, конечно, не буду запускать сюда, ну, опасно. Кавалерия их разметает. Просто в тло. А прикрытие я не хочу делать как раз. Ну, просто не хочу, потому что бекос. Ну давай, сука. Бегом. Наемные гальские воины побежали на... Да, здесь квадратик пошел. И здесь мои легионеры пускай держат строй, я им строй не ломаю. Пока. Пока. Своих вигилов я отвожу. А прачников надо гонять. Бегом только.
Мандат Атуа, да. Согласен. Пускай наемные гальские троллятся моими вигилами. Здесь все в порядке будет. Вы, блядь, что, троллите меня, что ли, сами? Я не понимаю. Вот так. Сюда, 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 сюда. Сейчас будем застреливать все любое. Здесь очень ровная линия, все сражаются, все молодцы, блин. Давай кого-нибудь шуганем. Угу, понятно. Понятненько. Тут половина уже слилась моих копейщиков. Че, не решился, куда стрелять? Бегом, блин. А, это колесницы, да? Угу, я понял, давай-ка тоже квадратик хотя бы один. Колесницы же у них еще были, я про них забыл совсем. А это кто? Отряд избранных копейщиков. Так, колесницы свалили? Нет, сражаются. Сражаются с моими копьями, хорошо. А ёперный театр, блядь, как же так-то? Так, некогда мне их контролить, я им всем включил, в общем... Перестрелки режим, и давай уже края загонять. Это что такое, блядь? Отважные всадники. Отважные прям. Опасные, блядь. Перехватывай, перехватывай. Ну, частично хотя бы перехватил. Хорошо. Здесь я в тыл зашел. Нормально. А где колесница ебучая? Свалила куда-то. О, бля, в тыл зашли, сука. Убивай, убивай колесницу. Так. Хорош. Вот так вот, мразь. Это кто? Отважные всадники. Да, всадники тащат вообще у них. Очень-очень тяжело с такой сбалансированной армией драться. Когда у тебя одна пехота. Ну, как говорится... Хер ли нам кабанам. Давайте, давайте, добивайте, добивайте это дело. Строй отключаем. Строй отключаем, гасим, гасим, гасим. Фланг у них сломан, отлично. Сюда, все сюда. Все заходим. Ломаем дальше, дальше ломаем. Строй. Это всадники? Да-да-да, всадников можно перерубить. ТФФ у них какой-то жесткий тут очень идет. Стреляем по гребаным всадникам. Ломай строй. Бля, здесь в кустах ничего не вижу вообще. Близких пращников еще перестрелять надо. Все, хватит, не стреляй в толпу, по пращникам стреляйте. Этот все убежал, блядь. Плохо убегаешь, чел. Лучше надо убегать. Все тебя догонят нафиг, блин.
Блядь, что ж такое с камерой-то, а? Так, здесь. Здесь фланг сломали, отлично. Закругляем это все дело. Заносим хвост, как говорится. Давай. Фланги, не спим. С двух сторон. Да что такое? Пращенки бегут за мной? А вдруг они злые? Так, нет. Ты, конечно, сражайся. У тебя есть патроны еще? Нету? Значит, будем сражаться вручную с пращенками. Вручную, блин. Ну, в смысле, в рукопашную. А по этим стреляй. Как и ожидалось, потери довольно много, но зато и у них тоже прилично. Мягко говоря. Не-не-не, продолжить. Короче, всех добью и вернемся на глобал. Плохо без кавалерии нападать, конечно, из засады, блин. Вообще, не очень хорошая идея, мягко говоря, потому что я не могу тупо догнать. Блин, я бы гораздо больше убил, если бы у меня была кавалерия. Вот. Ну, ладно. По сути, я эту битву сыграл только для моих волшебных зрителей, которые говорят, да, не ем их битву больше давай-ка, ну и все такое. А, спрячусь я сюда. Надо мне какую-нибудь каву нарисовать сейчас себе. Хотя бы наемную. О! Вот так вот. Да, пускай мне наемные гальские войны будут. Хотя бы один отрядик. Этих я объединю. Толку от них не очень. А эти все пускай восстанавливаются. Тем более, что восстанавливаются довольно быстро. Это он уберет куда-нибудь армию, куда-нибудь там набираться, я не знаю, в Ценобум, например. Куда еще ему ее девать, правильно? Так, здесь тоже гражданин не умеет, к сожалению, не умеет ночную атаку. Где я могу что отменить? У меня денег нет, блин, ни на что. Я тут как обычно, блин. Могу я здесь налоги, кстати, поставить? Обложить налогом. Плюс 2. Да, отлично. Отлично. А что я еще захватить могу на халяву, чтобы денег поиметь? Легион 1 Италика. Только что у меня что-то захватил. Здесь у меня тоже только что походили, да? Это что такое? Флот. Этот гражданин у меня уже походил или нет еще? Нет, слушай. Прокрадываемся дальше. Мне нужно еще денег, ребят. Мне нужно много-много всего купить. Мне нужно разбить это дело, а для этого мне нужно куча денег для агентов. По сути, я могу Октодур, конечно, взять, но как бы тогда смысл, да? Я могу взять Ценобум вот этой армии, но вы же видите. Ой, давайте посмотрим на карту. Да что же я еще могу тут сделать? Откуда мне сейчас денег может приехать? Это вам не Атила, блин. Здесь просто разбив чужую армию, денег не заработаешь. Здесь надо захватывать поселение. Потавий тоже не взять вот это одной армии. Мне для этого надо разбить эти армии две. А чтобы их разбить, мне нужно агентами поработать. Чтобы агентами поработать, мне нужны деньги. О, замкнутый круг. Короче, надо посмотреть, что я могу снести. Точнее, отменить строительство чего-нибудь. Вольтере не хочется, как бы. Там, ну, все-таки полезное дело, общественный порядок. Деньги, дай деньги. На... Стоп. Что это? В Кельтской Галлии я могу попробовать отменить строительство алтаря Юпитера. Вернул 1900. Ну, как бы, а что делать, да? Давай вот так поступим. А, теперь мне нужно разобраться с этой канителью, постараться Потавий жахнуть. Смотрите, что будем делать. Так как ночной атаки нету, блин, значит, надо действовать агентами. Пидор ты. Ну хорошо, хоть деньги не потратил. Давай вот эту армию тогда. Диверсия, отравление. 70%, давай. Отлично. Я тоже хочу, чтобы... Да, блядь. So sorry. Уволена будешь. Давай-ка вот... Так. Есть у них что-нибудь мощное тут? Это не особо. Ну давай кавалерию тогда.
Нападай. Да давай быстрее. Есть, отлично. Это у нас крит. О, прекрасно. Вот это молодец. Так, теперь иди сюда. Я хочу, чтобы всех убили нахер. Сука, Антоний, ты чё? Легион 5 в Венерия. Ранг 5. А полководцу ничего не дали? А то бы сейчас с удовольствием получил ночную атаку. О, у меня есть защита, вся фигня, да? Угу, давай. Больше защиты. А, и... Есть у меня еще агент, который травануть? Нет. Отравителей больше нет, к сожалению. Ну ладно, тогда давай деньги остальные потратим на манипуляции. Атаки не будет на этот ход. Деньги на манипуляции пробуем, пробуем, пробуем. Вот этого мне нужно пробовать. Отлично, у меня еще один соглядатый есть. Прекрасно, молодец, умничка. Это именно то, что мне нужно. И силу тебе прокачаю по этому поводу. Дед работает, я не против. Какие у меня еще агенты есть? Акапос. Акапос. Акапос, Акапос. Акапосыч, ты у нас будешь смотреть, что происходит здесь. А здесь ничего особо не происходит. А ну, сходи к аниме-таце, не глянь. Не видать пока ничего, да? Жаль. А, далее, 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 далее. Эти все ребята работают, сколько я понимаю. Да, все работают. Все работают. Все, походил, 146 монеток. У меня здесь есть шанс огрести неплохой. Здесь я просто не вижу, что там эпир высадился, не высадился. На Неаполис пойдет, он не пойдет. Но регион первый неплохой. Блин, кавалерии нету, вот что хреново. Без кавалерии даже, видите, засаду нормально не провести. Не догнать никаких непрачников, ничего. Здесь эта армия будет дрочить дальше, ничего она не сделает. На Угилу, ну попробуйте напасть, как говорится, блин. Рискните здоровьем. Кирену они вообще не возьмут никак. Просто никак. Претарианцы в капусту порубят любого ублюдка. 76 бой. Ха! Кстати говоря, есть какая-нибудь армия тут поблизости, чтобы чисто сравнить? Вот здесь, по-моему, была. Ну-ка, ну-ка. А, у них даже здесь нету этих присягнувших-то. Ёп. Лошпедроны. Ну вот эти вот 45 вообще ни о чем по сравнению с претарианцами. Здесь понятно. Ладно, деньги я все потратил. Есть ли бесплатные какие-нибудь повышения? Нет. Ну все тогда. Смотрим, что нам готовит следующий ход. Они что-то не терпят. Ну в смысле не терпят, не... Не спешат высаживаться. Правда, там обрывистый такой берег. Но все равно. И пир что, не может вам предоставить, что ли? Гавань для высадки. Это еще один стек бактрийский, что ли? Посмотрите на этот полный П просто. Что называется, я офигею, дорогая редакция. И понт подплывает к Сиракузам, да? Ну, это явно... Ну, не явно, конечно, но похоже на то, что это грузовики, потому что полный такой он. Флот такой редко бывает. О, еще один стек, сука. Я-то надеялся, что у них нету. Так, а вот сейчас походили уже эти уродцы, галлы, да? Да, походили, то есть мой флот выживет, я так понимаю, окей. Я вообще не против. Можно обратно поменять этого флотоводца. Что происходит-то? Что не орудует? О! Иллирийская конфедерация нападает на меня. Гляньте на это дело. Не, ну не дебилы, нет? Ну правда. Вот это вот, я не знаю, у иллирийцев у них такие бомжовые войска. Это туши свет. Кто не смотрел RDEF, как я играл вот этой канителью всей, посмотрите. Ну это мучение. Единственное, что флот хороший. Флот отличный, просто великолепный. О, наземные войска это просто туши свет, это я не знаю. Чего?
Ладно, режим обороны сделаем. Вали отсюда, придурки, бля. Тоже мне нападатели хреновы. Я как-то так вынужденно напал на самом деле на эти поселения в Италии все, потому что, ну, деньги нужны были там мне. Ни одного агента, в темноте ничего не видно. Смотри-ка, Сикванов третий стек вышел. Надо же. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. О! Разгромить в бою следующую армию. Гнев Армата и Лирийская конфедерация. Я получу вдохновение. Это что, общественный порядок плюс 4 на 4 хода все провинции. Ну-ка, где это гнев Армата? Иди сюда. Это ж я завсегда. Отлично. Получил общественный порядок во всех провинциях. И 500 монет. Прекрасно. Давай вернемся в Неаполис. Оп. У меня нолик здесь как раз по порядку. Ну, чё, неплохо, я считаю. Так, гражданин хороший. Давай-ка мы потихоньку пойдем все-таки. У тебя сколько лет? 37? Да, я плюну пока на ужас. Черт с ним. Давай мы пойдем все-таки к ночной атаке, потому что это очень помогает на самом деле. Так, здесь. Вот эта вонючка уже набралась так нехило. Дай-ка посмотрим, что у него там. Диверсия. Ты овца тупая. Ну ладно, ты хоть посмотрела, что там? А, нормально. Тут бомжи. Потавии можно взять в легкую просто. В полтычка. Надо только разобраться с всякими нориками. Блять. Сегодня вообще что-то неудачная какая-то херня. Да пипец, блин. Так, давай тогда манипулируй уже. Потому что я боюсь, что сейчас моих агентов всех перережут просто здесь, блин. А, отлично. Агентов, больше агентов. Все мои. Вообще ни одного чужого нет агента. Этот Медиалани сидит пока. Сиди, не дергайся. Разберемся. Так, это уже совсем какое-то беспределище начинается. Сейчас будут эти мятежнички. Мятежнички. Че мы в Ритании? Плюс 6. Ну, это в том числе за счет вот этого инвента, который я получил на халяву, да? В том числе. Могу 9000 на цирк потратить. Тут, кстати, что, налоговая ставка? Можно хлеба и зрелищ бахнуть потом, если вдруг желание будет, да? Сильное. Нам нет, придется текать на быстром марш. Уи. Так, ты кто? Вражеский флот. Ну, вряд ли ты нам нет захватишь, вот я тебе так скажу. Хотя 7-2 плюс мой флот не так уж и дофига. У них 16 единиц. У меня когорты вакатов, когорты легионеров. Это фигня на самом деле. Но у меня на следующий ход, видите, единичка будет, да? Ладно, я думаю, что я смогу удержать победу против вот этого флота, как, по крайней мере. Здесь что? Здесь 18, ну как-то не очень, да? Так, этих я граждан хороших. Ставлю. Мне нужно, короче, какие-нибудь тетки хорошие, которые... Или не тетки, а... Гладиаторы-копейщики, у них броня ни о чем. Зато у этих броня очень хорошая и... У них чарш есть такой... Давай бронированных теток возьмем. Гладиатор щиц. Двух против вражеской кавалерии. Вот. Раз я свою кавалерию не могу сделать. Наемники только у меня есть, да? Вот этих вот я вообще нахрен, короче, расформирую. В пень. А найму еще один отряд кавалерии наемной. Вот так. Я понимаю, дорого, да, все дела, но надо. Надо. А нанимать некогда.
Тут пока сидим в Бибракте, да, не вылазим. У меня гарнизон 13, это очень даже неплохо. Ну, а еще по агентам пробежимся. Так, Патефон. Патефон, дорогой, давай мы как-то потихоньку будем избавляться от вот этих вот ублюдков. Так, нападение на патруль. На-на-на-на-на-на-на-на. Вообще какая-то херня, короче. Все неважно, давай на полководца. Пускай он на месте встанет. Пожалуйста. Отлично, он стоит на месте, никуда не денется. Смайнаем его. Он прям на дороге, я даже повреждений не получу. Я даже не получу повреждений никаких. Вот так. Ну куда, блядь? Все равно залез в пустыню, ну. Прячься обратно, сучара. Так, и... Галлы-галлы, дриби-галлы. Кого мы можем еще долбануть? Вот эта тварь стоит прямо, короче. Мне, может, Паритоний взять? Паритоний без стен, падла. Эта рубка в пустыне меня вообще не возбуждает. Вот серьезно, вот, ну вообще никак. Когорта Орла, когорта Эвакатов, когорта Легионеров. Конница Легиона. Конница Легиона, блин. Конница Легиона не очень, если честно. Как-то вот мне больше понравилась союзная конница. Ладно. Ладно. Они стоят в пустыне, сволочи. И вот если я, короче говоря, куда-нибудь пойду, то вот здесь, видите, везде получаю повреждения. Ну, вообще не то, что я хотел бы, да? Получается, что? Получается, мне нужно забить просто на них? Пускай здесь дрочат. Пойти взять паритоний, аммоний там и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, как-то, ну, нехорошо, что ли. В общем, пока я не решил, что с этим совсем делать. Вражеские грузовые суда. Да, да, да. Грузовые суда. Можно просто понт сейчас нагнуть. Продолжаем движение. Из-под тишка. Здесь надо... Сколько стоит? 2500. Блин, дорого. Давай по чуть-чуть. Вот так вот. Чпоньк. Мне надо что-нибудь построить, ребят, тышки. А, вопрос только, построилась ли у меня эта штука, которая вороцили. Да, построилась вороцили эта штука, которая снижает у меня. А, она еще и общественный порядок все провинции добавляет. Ух ты. Так подожди, не. Общественный порядок все провинции, но стоимость строительства не во всех провинциях. Ни разу. Ладно, добавим. Общественный порядок во всех провинциях. И траншею бахнем. Что тут? Городок пищу сожрет. Да нормально у меня все с пищей. Как у меня, кстати, про строительство. Здесь уже вон бахнулось везде. Плюс 6. Да, класс. Класс, класс, класс. Здесь пока... Нет такого. А где у меня еще вино есть? Вот вино. И где-то вот вино было. Да сюда. Вольтера. Вольтере я тоже ставлю уже. О! Блин. Опять трущобы. На кону. Тогда отменю вот этот городок. Надо Неаполис отстроить немножко. Неаполис где у нас? Там, да? Мне нужен, наверное, в Неаполисе... Так, гарнизон будет сейчас у меня этот хороший. 4 когорты легионеров и когорты эвакатов. Общественный порядок и доход от местной торговли. Можно это бахнуть. Вот так. Здесь мне не получается ни черта с захватом пока. Давят, сука, варвары. О, котопес. Так, ты у нас разведчик, одновременно принудятель. Принудятель, блядь. К-
Котопес 58 лет ему, блин. Давай-ка силу добавим. Пока не вижу я таких вот, ну, прорывов. То есть вот основной вопрос, как бы, что мне делать вот со всей этой херней. То есть как мне это разруливать? Мне не хочется в пустыне идти своими войсками. Ну, чпокну я одну-две армии. Так остальные накинутся, аки коршуны. Мне их как-то выманивать надо. Для этого надо оставлять Кирену. А для того, чтобы оставлять Кирену, надо залазить в засаду. А здесь, блин, нет места для засады хорошего. То есть, ну, понимаете, да? Можно тупо их выдавить, конечно. Да, вот я посмотрю. Вот видите, блядь, нет, здесь везде. Здесь нигде, 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 нигде я не могу пройти. Везде гребаная пустыня. Причем у меня такое ощущение, что вот эти упыри, они не получают в пустыне повреждений. Привычные к жаре, да. Это вот отряд меньше... А, меньше устает. А вот, отряд не несет ни боевых потерь в пустыне, сука. А вы, пикинеры в тораксах. Не, они вообще, им вообще насрать. Норм, да? А эти придурки тоже? Нет, эти меньше устают, но тем не менее они несут потери. То есть египтяне, они вон какие, да? Короче, я так думаю, что египтян нужно мочить все-таки на их территории. А надо убивать у них экономику по отношению, ну, почаще, по части пищи. А тогда они начнут дохнуть. Понтецких их можно и так, наверное, вырезать все-таки. Да, у них ничего такого нету. У них ничего такого нету. А, вот это что? Не несет потерь в снегу. Ух ты, блядь, заперся. Молодец. Галатов, видите, я и так подубиваю потихоньку. Вот этот мразь, кто мне тут получает повреждения. Бактрия, вот он стоит в песках и получает повреждения. Ну, то есть вы видели, да, что две армии в... городах, они вполне способны всю эту массу сдержать, они дальше боятся идти тупо. Мне здесь нужно создать побольше агентов, на самом-то деле. Переманить все, что здесь есть. Сколько воителей, но это все воители у меня в Галлии. У меня здесь, по сути, два агента только, раз и два, и все. А, ну еще вот этот, кстати. А где он? А вот он. Я ей не походил еще. А, давай-ка начнем тогда. А, кто тут у нас? Вот у нас воитель. Попробуй-ка его... Блять, понятно. Проехали, денег нет. Да просто качайся пока. Я тебя на следующий ход активирую. Вот эта вонючка, она ни черта сделать не может. Она ни на Макамадас напасть не может. У меня там флот. Ничего она сделать не может абсолютно. Бесполезная. Это вражеский флот раздолбанный. Короче, сейчас надо тогда понт зарезать. Вот. А я больше пока не вижу, что тут еще. А, у меня еще вот здесь флот есть, который надо двигать тоже. Вот. То есть я так линию-то выравниваю потихонечку, да? Здесь милицейский у меня стоит легион, который, блин, на самом-то деле мне бы на фронте где-нибудь помог. 10 из 10 армий, да? Помог бы, помог. Единственное, что я не знаю, как здесь увеличить порядок. Хотя нет, знаю. Вот же можно цирк поставить. На 9 тысяч только. А 9 тысяч где заработать можно? На войне. У меня порядок падает только в Ливии. Потому что здесь меня грабят нещадно упыри всякие. Кельтской Галлии, потому что я там тоже грабят. И в Италии 0, кстати, и все. То есть, в принципе, более-менее. Война у меня по-прежнему со всеми, да, по-прежнему со всеми. Давай, короче, понтецкого чпокну. Все, на этом я закончу эту серию. Всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Рим 2 Total War. Легендарный уровень сложности. Война против всех. За Рим Юлиев. Всем спасибо, кто смотрел. Лайк, подписка, все дела. Ну, вы в курсе. Всем пока.